Пополнение в семействе дальневосточных леопардов помогли открыть ученым туристы дирекции заповедников земли леопарда. Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока – Кедровый Апать. На кадрах самка осторожно передвигается вперед, внимательно обнюхивая деревья. Котенок, которому около 4 месяцев, резво следует за мамой. Он спешит исследовать новый мир, в том числе повторяя движения и действия матери. Видео было записано фотоловушкой, установленной туристами в заповеднике под руководством одного из профессиональных гидов земли леопарда Петра Сонина. Специалисты продолжат наблюдать за жизнью новой пятнистой семьи с помощью сети фотомониторинга, а также благодаря туристам, фотографам.